Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я вам хочу показать свою коллекцию мобильных телефонов. Да, я делал уже не так давно такое видео, но там как-то все получилось некрасиво. Я показывал телефоны, просто доставал из коробки обратно, их туда складывал. Как-то даже не видно, даже непонятно, сколько у меня вообще телефонов в коллекции было. Поэтому я решил удалить то видео и перезаписать, сделать, короче, вот так. Все разложить, чтобы было все видно. И можно пересчитать все эти телефоны. Давайте это и сделаем сейчас. Так, да, надо было, наверное, поуже разложить их немного. Сейчас мы это и сделаем, наверное. Вот так, наверное, получше будет. В общем, сколько у нас их тут вообще с вами? Раз, два, три. Ну, этот не считаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Обалдеть, сколько. Много. Но хотя у некоторых коллекционеров бывает и больше. В общем, ну, блин, 42, да? Я что-то забыл уже. Ты сможешь считать 43, я сейчас снимаю на телефон, на сенсорный. Он, это Xiaomi Mi 8 Lite. Вы видите его на экранах на своих. Надеюсь, я не забуду картинку прикрепить. В общем, давайте пробежимся, давайте разберем каждый телефон по очереди. Сверху у нас лежат смартфоны. Это Alcatel OneTouch Pop C5. Второй сенсорный телефон, которым я пользовался на андроиде именно. Еще такой чехол, кстати, есть. От него я заказывал. Давайте наденем. Вот такая вот красота получается. И защита, и красота. Но я его снял, мне как-то нравится без него больше. Он... Не помню, какого года выпуска, но он довольно старый уже и вообще не современный. 0,5 гигабайта памяти оперативной. Господи, это же вообще никуда не годится на сегодняшний день. А сейчас что проблема с ним, он его выключаешь, он включается автоматически и батарея разряжается. Я батарейку вытащил, туда в коробку положил ее, поэтому она не внутри. А так телефон работает. Он садится, кстати, быстро очень. Это Alcatel OneTouch Pop 2. Тоже никудышный. Но там уже 1 гигабайт оперативы. Чуть побольше, но все равно. В 2020 году, в конце уже даже 2020 года, и там мало совсем. Он почему-то, не знаю, поломка в прошивке, когда его включаешь, там появляется логотип Alcatel, и все. Дальше никакая загрузка, ничего не идет. Пользоваться им нельзя. LG какой-то, блин, я модель, к сожалению, не помню. Сенсорный телефон, он включается, но у него не работает сенсор. Вот это мое творчество, так сказать. Такой вот из пластилина сенсорный телефон. Тут я наушники втыкал, чтобы дырку проделать. Без экрана зачем? По кнопочным телефону давайте пройдемся. Начнем вот с вот этой вот Nokia. Это Nokia N73. На него я как-нибудь попозже сделаю обзор. Наверное. Он работает. Мне его подогнал Леха Телепнев, автор канала «Чего хочу, то и врачу». Некоторые с его канала ко мне пришли. Вот он мне подогнал этот телефон. Он работает полностью, только иногда почему-то перезагружается сам. Это очень бесит. Дальше что у нас идет? Это Motorola C115. Мне его подогнали родственники одни, когда узнали, что я телефоны собираю. А, кстати, сразу говорю, чтобы вы не задавались вопросами. Эти телефоны я не продаю.
Не знаю, не работает, наверное. Там внутри есть аккумулятор, но вздутый немного, мне кажется. Он не вклю... Я не смог его включить, но еще зарядки от него нет. Он, скорее всего, севший, его работоспособность, короче, неизвестна. Это Моторола. Моторолка такая, раскладушка интересная. V150. Есть такая известная модель Моторолы C350. Вот это его аналог такой, раскладушка. То есть там по функционалу то же самое все. Я его, помню, включал, но я потерял зарядку от него. Сейчас он не запускается, потому что разряжен. А так работает. Я помню, проверял, включается. Вот такой вот Samsung A800 с монохромным экраном. Черно-белый экран с синей подсветкой. Работает, но не работает дисплей, экран типа чисто белый экран, прошивать походу его надо, перепрошивать. Далее у нас идет Alcatel, вот такой вот, блин, модель тоже не помню. Интересная моделька такая, простенькая достаточно, но тем не менее. Он работает, от бабушки достался мне. Экран вот этот у него не работает. Я помню, кстати, он работал. Там надпись Теле2 туда-сюда двигалась, я помню. Сейчас этот экран не работает. Еще вот тут после падения треснула крышка, пришлось заклеить скотчем вот таким. А так телефон работает. Ну-ка, экран не работает вот этот. LG KF300. Двоюродной бабушке достался мне. Работоспособность у него известно, он рабочий. Просто я от него потерял заднюю крышку, батарею и зарядку. Так, задняя крышка и батарея где-то валяются у меня. Я точно помню, надо в ящиках порыться, поискать. Точно есть. А вот зарядку я много лет назад потерял, и в итоге телефон сел, и я не могу включить его. А так он работает. Он работает полностью. Но зарядку я от него потерял, и до сих пор не могу найти ее. Так. Это Samsung E1080i. Достался двоюродной прабабушке мне. Вот такой вот он. В таком состоянии тут царапины, потому что он прозвонил один раз будильник ночью по каким-то непонятным причинам. Не знаю, почему будильник ночью позвонил. И я был в ванной и не мог подойти к телефону, чтобы его выключить. И в итоге отец у меня подошел. Видимо, в темноте не видел и что, поцарапал. Ну, а так телефон, сам телефон работает и включается, все работает. Это LG, он не работает, хотя у него там аккумулятор, кстати, даже внутри есть. У него разъем для зарядки отсутствует, он отвалился, вообще провалился, можно же. Ну, скорее отвалился, потому что там ничего не это, не гремит внутри. Тут шнурок еще был, но отрезали, наверное. Это Alcatel One Touch, блин, модель забыл. Вот заднюю крышку бы открыл, но телефон придется куда-то убрать, которым я снимаю сейчас. Он работает. 2014 года выпуска вроде бы. Модель не очень удачная, но она простая. Аккумулятор 400 мА, быстро садится. Ну а так работает. Я его давно, кстати, не включал. Но так он работает. Вот такая вот слайдер. Такой вот слайдер Samsung. Он работает, но у него так же, как и у A800, не работает экран. Его, видимо, надо перепрошивать. Это вот такой вот интересный Samsung, который бешено рекламировался по телеку и не зашел публике и стал продаваться за копейки. Вот такой вот музыкальный Samsung интересный. Вот здесь аккумулятор у него, видимо, находится. Вот здесь панелька с маленьким экраном, все кнопочки, а сзади целый плеер с огромным экраном Ultra Music. Интересная модель, но я не смог его включить, он, видимо, не работает. Может, он разряжен, но у меня от него нет зарядки. А может и есть, может надо... Нет, скорее всего, у меня от него нет зарядки. Ну-ка, какой у него разъем-то под зарядку? Нет, у меня нет такой зарядки. Даже камера есть, вот такая, нифига. Не знаю, работоспособность неизвестна. У него аккумулятор севший, не знаю. Это Samsung Wave
525. Телефон, первый сенсорный телефон, которым пользовались моя мама. Один раз после какого-то там несчастного случая в него попала вода, и у него там с экраном проблемы пошли. Его перепрошили. Здесь женская прошивка Лафлюр сначала стояла. Перепрошили, поставили мужскую. Сейчас работает. Работает телефон. Этот Philips, не знаю, работает, не работает, но я его не смог включить. Ставил на зарядку, ничего не хотело помогать. Аккумулятор у него не сдут, и все нормально. Видать, не работает. Не знаю, что с ним не так. Это Nokia N95. Скорее, даже это не Nokia N95, это китайский новодел. Работоспособность неизвестна, потому что он мне достался без аккумулятора. Это китайский новодел, китайская подделка. Тут две сим-карты, блин. Динамик в виде троечки какой-то, блин. Сенсорный экран, блин. Я, кстати, помню, такой у меня был. Помню, мне от бабушки с дедушкой достался точно такой же китайский новодел Nokia N95. Реально помню. Только с черным задом. С черной задней крышкой. Куда он делся, загадка. Возможно, дома где-то до сих пор валяется, но его я не нашел. Этот мне подогнали. Это у нас два флая у нас тут есть. Эту я не помню модель. Работает. Работает, такой динамик похрипывает. Еще вот здесь вот такой вот скол детальки. Отвалилось немножко. Fly B200 это вроде бы модель называется. Он работает полностью. Рабочий, только динамик тоже похрипывает. Это у нас Sony Ericsson Т610. Когда я его купил в комиссионном магазине, у него уже отсутствовал вот этот вот значок Sony Ericsson. И вот камера у него в порядке. Да, вообще он работает. Мне в рабочем состоянии его продали за 800 рублей. Далее у нас идут два Sony Ericsson К750. Это первый, это второй. Поговорим о первом сначала. Первый это я его купил еще очень давно, в 2016 году. Ну, точнее, я хотел его купить, но поскольку там оказывается знакомый человек, продавец был, отдали бесплатно. И вот он полностью был рабочий, все было с ним в порядке. Таким телефоном пользовался мой отец. Он был красного цвета, но они куда-то там отдали его, и, кстати, пожалели об этом, что его отдали куда-то. Он рабочий, только у него вот эта заглушка не родная. Да, вы не подумайте, что это заглушка от Sony Ericsson W810i. Это просто одноклассник один подогнал вот этот вот телефон, про него позже поговорим, и на нем стояла вот эта заглушка. Он хотел в черный цвет покрасить заглушку, соответственно, в черный цвет тоже покрасил. У него сейчас на вот этом телефоне у него сломалась камера, и я хотел отсюда переставить камеру сюда, и в общем, пока ремонтировал, ну, камера здесь, понятное дело, не работает, потому что я переставил их. И вот здесь еще после ремонта я еще винт один высверливал, потому что там стерлась эта резьба, и пришлось его высверливать. Там открывал, там, короче, когда снимал клавиатуру, надо было же снять ее, чтобы добраться до дисплея. И в итоге поломалась клавиатура. Перестала гореть подсветка и перестала работать кнопка удара. Камера нерабочая и кнопки не работают, подсветка. Это как-то мне не сильно даже понравилось. Блин, мне этот телефон так нравится. И решил пойти и купить второй. За 500 рублей купил. Причем мне даже там аксессуары бесплатные. Карту памяти на 64 гигабайта бесплатно дали. Получается, там зарядку. А, нет, зарядки не было. Наушники были. Шнур кабельный, этот USB был. Этот рабочий полностью. Вот этот новый. Не так давно купил его, ну, несколько месяцев назад, когда вот этот
поломался, захотел, сразу же пошел, купил этот. Кнопочки у него такие вот в порядке, так сказать. Так он полностью работает, камера работает, все работает. Джойстик плохо нажимается вниз, правда, но это ничего страшного. Это Sony Ericsson W800i. W800i. Рабочий. Я его заказывал на AliExpress. И там у него, во-первых, клавиатура была левая. И вообще корпус. Там понятно, все китайское. Я тут ремонт. Он ремонту подвергался несколько раз. В общем, давайте все объясним. У меня был один W800i. Я купил его за 100 рублей. Он в нерабочем состоянии был. И вот купил я на Алиэкспрессе за 2000 рублей вот такой вот телефон. Он был полностью рабочий. Кнопочки были у него тут нестандартные, еще и с белой подсветкой. Камера. Немножко вот этот механизм плохо работал. Но тем не менее все же работало. Я один раз съездил. И вот я один раз нашел способ клавиатуру. Клавиатуру решил оригинально поставить. С того, которого я за 100 рублей купил. Но джойстик этот китайский, я его оставил. Джойстик остался китайский. Вот этот вот. И плату клавиатурную поменял, чтобы подсветка была оранжевая. Оранжевая подсветка больше идет, чем белая. Один раз я съездил с ним на Алтай, и он там упал с большой высоты, с горы прям он упал. Но он не развалился на кусочки, потому что он по земле пум-пум-пум-пум-пум летел туда. И даже об камни-то не ударился, чуть пошоркался об асфальт. И там раскололась задняя часть, и сломалась камера, сломался механизм камеры. Вот когда закрыт объектив, он не снимает и пишет открыть объектив. Вот этот закрытый объектив, по сути, так и остался, и никак, короче, снимать нельзя было. Я камеру отсюда взял и переставил сюда. Теперь все работает хорошо. Все работает нормально. Я решил передний корпус. Я еще передний корпус поменял ему. Потому что стекло легким движением оторвалось. Легким движением вот буквально оторвалось стекло. Ну и заднюю панель, соответственно, поменял, потому что она раскололась. Крышка китайская. Джойстик китайский. Ну и вот этот вот боковой корпус тоже китайский. Это все осталось. Заглушка не ра... Заглушка это с того, который за 100 рублей купил. Не китайская. Ладно. Такая вот история, блин. Это Sony Ericsson W700i. Достался мне от одного одноклассника, бывшего уже, понятно, я больше не учусь в колледже, я в колледже теперь. За 100 рублей я у него взял. Вообще пользовался в 2016 году, еще помню, брал у него, попользовался. Он полностью в рабочем состоянии был, все было с ним в порядке. Потом он себе забрал, потом обратно его. В 2019 или 2018 году, в начале, по-моему, или в конце 2017, не помню. Я у него выкупил его за 100 рублей, и вот он у меня до сих пор лежит. Но, правда, как я уже говорил, он решил его зачем-то покрасить черный цвет, и в итоге заднюю часть корпуса и переднюю часть корпуса и кнопочки я поменял. Купил за 900 рублей еще до этого W700i1, но это был развод. Нам продали нерабочий телефон за 900 рублей. Но единственное, последнее, полезное, что там было в этом нерабочем W700, а это то, что у него корпус был хороший. Я с него корпус поставил сюда вместо того грязного. Правда, ну вот эта боковая часть корпуса осталась, я смог ее очистить. Крышка вот эта тоже с того грязного я ее смог очистить. Ну, внутри тут, конечно, все черное, тут не очистишь ничего. Телефон работает, но батарея садится очень быстро. Даже в выключенном режиме. Но это в телефоне в самом проблема, это не в аккумуляторе. Я не один аккумулятор сюда пробовал ставить. Телефон просто сжирает все быстро. Пользоваться экономно и не получится ни у вас. Это Sony Ericsson. А так работает он полностью. Все в нем работает хорошо. Это Sony Ericsson J108i. Дядя пользовался им мой.
Именно в этом состоянии он был, именно в этом состоянии он и остался от него. Я его не покупал, это от него досталось. Не знаю, что произошло, но у него перестал работать звук. Еще много лет назад он перестал работать. Короче, все время там сверху на интерфейсе была иконка наушников, типа телефон якобы в наушниках. И в итоге звук не воспроизводился через динамики. Только через наушники. Это произошло несколько лет назад, такой глюк, и этот глюк до сих пор тут и остается. Звука по сей день нету. Это Sony Ericsson Elm, это, кстати, Cedar еще называется. Это Elm J10i. Я его купил на Алиэкспрессе недавно, не так давно. Месяца 3 назад. Или побольше. Не помню, сколько месяцев назад. Я его купил, в общем, я делал на него распаковку в тот же день, когда он приехал. На моем канале вы можете найти распаковку этого телефона. Вот он рабочий полностью. По сей день я его один раз чуть не потерял. Ходил на открытие площадки. Пропущенный вызов. А, тот дебильный номер, который я даже не знаю. Четырехзначный номер. Не стал отвечать, на него сбросил. И он выпал из кармана там на землю, я этого даже не заметил. Чуть позже додумались позвонить на этот телефон, но благо он попал не в руки подростков каких-то, которые бы забрали бы телефон. А те, которые подобрали его, сразу же начали искать владельца телефона, там маме моей через него позвонили. И, короче, телефон я не потерял, мне вернули его. Это Sony Ericsson Elm, тетя моя пользовалась им. Он рабочий, только без аккумулятора. У него такая история произошла. Он один раз камера нагрелась у него уже. Я один раз включал его, и у него аккумулятор начал сначала вонять. Я вытащил его, смотрю, он поплавился, и в дальнейшем он не включался. Я пробовал отсюда поставить аккумулятор, почему-то ничего не хотелось все равно включаться, и я уже подумал, что телефону конец. Но когда вот этот купил, вставил от него аккумулятор сюда, включилось все. Странно как-то даже вообще. Но я не стал долго аккумулятор держать в нем, а то вдруг опять задымит и испортится аккумулятор. Родной аккумулятор от него пришлось выбросить. Ну, понятно, пункт приема сдать на самом деле. А так телефон работает. Это Nokia. Дальше у нас идут Nokia. Nokia 1208. Полностью рабочий. Деду покупали моему году в 2010, наверное. Именно в этом состоянии он был, именно в этом состоянии он и остался. И он полностью работает, все в нем вообще хорошо работает. Это Nokia 2220. Да, это Nokia 2220. Работает, все с ним в порядке. Покупал для себя. Не очень хороший, на самом деле, по характеристикам. Даже подключения нормального нет. Но работает. Ну, давайте прямо отсюда пойдем. Это у нас Nokia 105. Кстати, еще у меня был Samsung C3322i. В одном из первых видео про коллекцию. На одном из первых видео на канале, на моем. Там была немного измененная коллекция. Вот этих двух моделей были еще доноры, так сказать. Был еще вот такой телефон с китайскими запчастями уже. Я его по запчастям уже разбросал. Клавиатура китайская, кстати, рассыпалась вся. Еще раз разведенный с грязным корпусом был вот этот. Ладно, C3322i я деду на Новый год подарил своему, и он сейчас им пользуется. Nokia 105, я помню, купил, когда потерял Nokia 100 вот этот. Но Nokia 100 потом нашелся, оказывается. Он рабочий, все с ним в порядке. 2013 года выпуска телефон. Это Nokia 100, у меня два было таких, это второй. Первый я потерял, этот второй вот, ну, на кафелю уронили один раз и треснуло. А так телефон работает. Еще есть Nokia 100, бабушка моя пользовалась им.
ранее. О, этот не включается. Почему-то розового цвета. Не знаю, почему не включается. Это Nokia 101. Nokia 101 красного цвета. Тоже покупал для себя. Давно еще. Очень-очень давно. Он работает. Nokia C102. Он у меня уже почти 10 лет. В 2011 году мне его подарили на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. Именно в этом состоянии он был, именно в этом состоянии он и остался. Он до сих пор работает, но крышка вот эта вот люфтит. Я один раз уронил его на асфальт, и у него крышка стала вот так люфтить, не до конца закрываться. А так телефон полностью рабочий. Ему 10 лет почти уже. То есть он у меня уже 9 лет. Представьте, он 9 лет у меня уже, этот телефон. Только представьте себе. Это два Сим... Это Siemens. Давайте Siemens отсюда начнем. Это Siemens A52. Работоспособность его неизвестна. У него аккумулятор был вздут, и настолько вздут, что он вообще не помещался в телефон. Его пришлось изъять. Работоспособность телефона, как я уже говорил, неизвестна. Не знаю. Это Siemens CX65. CX65 своими руками созданный. Помните, было видео, где мы пересобирали CX65 вот в этот M65, после того, как здесь кнопочки отказали. Я обратно пересобрал, и я нашел платку одну для кнопок, и кнопки смог починить. Он работает. Это, по сути, M65 в корпусе от CX65. Да, они совместимы. Поэтому здесь, вот здесь иконка вот даже от M65 можно догадаться, видно. Это тип... Я один раз купил корпус от него, от CX65 и все такое. И один из своих... У меня два M65, один из них я пересобрал вот в этот CX65 для разнообразия. Собственно, получилось, он работает. Правда, подсветка кнопок не работает. На плате почему-то не лампочки не хотят работать. Еще красная кнопка еле-еле жмется. Ну, давай. Даже телефон включить проблем. Так телефон полностью работает, только вот трещина вот здесь. Я туда пластилин подклеил. Крышка, кстати, на пластилине держится, потому что она не держится должным образом. Вот эта вот кнопка красная, она еле-еле жмется. Не всегда можно понять, как правильно ее надо нажимать. Делать надо нужно под каким-то специальным углом, и это неприятно вообще, дико. Ладно, дальше у нас что? Это Siemens M65. Siemens M65. Мой отец пользовался им. Очень давно, именно в этом состоянии он также был, именно в этом состоянии он и остался, блин. Но правда, я делал видео, где рассказывал про него историю. Там, наверное, скучно слушать было, потому что я там никакого монтажа, ничего не было. Он полностью рабочий и подвергался неоднократно ремонту. Во-первых, заглушки, это не родные заглушки. Чё у него? Ну, все остальное вроде родное. Задняя крышка не родная. Заднюю крышку одну я потерял. И защитная резиночка тоже не родная, потеряна была. Еще отцом моим она была потеряна. А так телефон работает. Я когда мне этот телефон родители отобрали в воспитательных целях, и потом долго не могли его найти, в 2016 году в начале я купил вот этот вот через Авито. Siemens M65 в черном цвете. Он был полностью рабочий тогда. Когда он мне достался, у него было две заглушки. Это вот это и заглушка под зарядное устройство. Заглушку от зарядного, на зарядное устройство в пылесос засосало. И до сих пор и она исчезла, в общем. Ее уже не достать. Телефон нельзя сказать, что рабочий, потому что в нем сейчас стоит плата одна. Закрома мне всякие там достались, донор. Но когда надо держать и не отпускать красную клавишу, иначе телефон выключится, потому что там что-то там отходит, и телефон выключается. Но когда я его купил, там платка стояла, я эту прошивка, так сказать, ну вот эта вся плата, внутренность телефона, я вот корпус от CX65, короче, переделал, и... То есть, по сути, M65, вот, панель отсюда стояла здесь. В общем, вы поняли. Джойстик у него что-то стал не там откололся и не может нормально нажиматься. Поломался джойстик у него.
В остальном он, в принципе, работает. Siemens C65. От бабушки с дедушкой достался мне. В этом состоянии был, также именно в этом состоянии он и остался. Подвергался ремонту 2 раза. Корпус у него передний заменен. Джойстик у него не родной. А так работает. Дисплей 1 раз сломался, пришлось взять другой. Это Siemens C72. Я вначале прошлого года купил его в комиссионном магазине. Он полностью был рабочий, все вообще с ним было хорошо. Но потом вот здесь сломался дисплей, перестал показывать вообще. Я вытащил дисплей отсюда и поставил сюда. Теперь в этом телефоне не рабочий дисплей. Также, пока я переставлял экраны, я потерял насадку джойстика вот от этого родную. Пришлось тоже взять с этого. И вот я вроде на стол ее положил, не знаю, куда она делась. Я не смог ее обшарить, шарил, шарил, не нашел. Так что вот этот телефон полностью рабочий. Но ему нужна замена дисплея и насадка джойстика. Ну и последние два, это два Siemens C75. Этот я купил через Авито. Был у меня вот такой телефон, это он и есть, кстати. Точнее, нет. Был такой телефон, но потерял уже давно. Такой Siemens C75. Я один раз купил на Авито вот этот вот. У него, кстати, джойстик был, все было нормально, выглядело хорошо. Но там какая-то прошивка вообще стояла левая и не работал инфракрасный порт. Без инфракрасного порта я никакие файлы туда не мог передать. После этого купил еще один. Вот этот работает полностью. Вот, как вы видите, все прекрасно у него работает. Жаль, что вот этот купил все-таки. Но все же здесь джойстик. Джойстик я отсюда переставил сюда. Здесь джойстик хреновый был. Я поставил отсюда джойстик нормальный. И этот джойстик потом хрен знает куда дел. Ну, в общем, вот этот телефон, кстати, включается, но там прошивка какая-то левая. Кстати, а аккумулятор внутри есть, интересно? Не, нет. Я помню, там аккумулятор еще хреновый был, когда его мне продали. Хреновый вообще был аккумулятор, вообще жесть. Ладно, в общем, вот такая вот коллекция. На целых 30 минут видео выдалось. Рассказ про каждый телефон, блин, извините, если устали слушать. В общем, вот такая вот коллекция интересная. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. И еще раз повторяю, я это все не продаю. Ну все, пока.